Обучающий семинар «Духовно-нравственное окормление и воцерковление казачества» прошел в Славянском районе. В мероприятии приняли участие атаман и казаки районного казачьего общества с семьями, священники, педагоги школ, которые преподают православие. Семинар провел председатель отдела по взаимодействию с казачеством Новороссийской епархии протоиерей Василий Симора. Казачество и православная вера – это неразделимые понятия. Не зря говорят «казак без веры – не казак». И сегодня, когда так называемые европейские ценности все больше разлагают общество, важно обратиться к истокам православия и там черпать силы и идеи для сохранения нравственного здоровья не только казачества, но и всего народа. Воспитывать подрастающее поколение в духе патриотизма, уважения к старшим и традициям православной веры. Насколько сегодня важно решать эти вопросы и, что самое главное, как это сделать, и обсудили на обучающем семинаре. Духовник Кубанского казачьего войска Иоанн Гармаш в своем выступлении отметил, что очень важно, чтобы казаки не просто сами приходили в храм по большим праздникам, но и приводили свои семьи. Ведь воспитание, в том числе и духовное, формируется именно в семье. Любовь к Богу, соблюдение Божьих заповедей нужно прививать с детства. Но это невозможно будет сделать без личного примера. Если духовная ниша в человеке пуста, она быстро заполнится чем-то другим – неоязычеством, сектантством или иной, чуждой нам верой. А этого нельзя допустить на Кубани – казачьей православной земле. Мы с вами являемся примером для всего российского казачества. Из регионов приезжают много к нам на Кубань поучиться, взять опыта и обменяться теми программами, которые есть у нас. Но мы еще понимаем, что с вами живем в непростое время. Время, когда мир приближается к огнедышащей фазе. А мы с вами обязаны наших детей научить не простому патриотизму, не просто лозунг «идти с флагом», а чтобы он был православным воином-казаком, чтобы он не сбежал с поля боя, чтобы он действительно мог прикрыть своего брата, чтобы он мог защитить свою семью. Перед участниками семинара также выступили священнослужители и представители казачьего общества с рассказами о казаках, православных воинах и защитниках России, воспитании молодежи в казачьих традициях. Для участников встречи это не просто повод узнать о новых способах выцерковления казаков и подрастающего поколения казачат, но также возможность обсудить результаты конкретной работы, проблемы и успехи в реализации принятых проектов. В заключение мероприятия прошла оживленная дискуссия, на которой поднимались вопросы как со стороны служителей церкви, так и со стороны казачества. Каждый из присутствующих смог подчеркнуть для себя много нового и полезного. Подобные обучающие семинары пройдут во всех районных казачьих обществах. Анна Монастыренко, Дмитрий Волошин, программа «События».